Здравствуйте! Сегодня 18 января, и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру. На вчерашних торгах в Азии, а затем и в Европе, пара евро-доллар возобновила рост курса единой валюты. После получения позитивных новостей из Китая, где данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам превзошли прогнозы аналитиков. От азиатского минимума 1.2649 евро поднялся к уровню 1.2736 и в ожидании новостей из Германии обосновался в узком диапазоне вблизи этой отметки. Публикация институтом ЗЭВ отчета по индексу экономических настроений в Германии поддержала быков по единой валюте, поскольку данные оказались значительно сильнее ожиданий. Евро-доллар на этом фоне совершил новый рывок и протестировал на подъеме максимальный уровень 1.2808. Однако рост был недолгим. На торгах в США инвесторы вновь начали скупать безопасные активы, и курс евро снова пошел вниз. На закрытии нью-йоркской сессии пара балансировала в районе 1.2728, удерживаясь в пределах диапазона 1.2716-1.2750. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем продолжение восходящей коррекции и подъем пары к целевым уровням 1.2780, 1.2808 и 1.2874. Если продавцам единой валюты удастся на откате преодолеть уровень дневного разворота 1.2731 и закрепиться под ним, может последовать попытка пары протестировать на пробой предыдущий минимальный уровень 1.2624, а затем вновь ожидаем возобновления восходящей коррекции. После публикации в ходе вчерашних торгов британского отчета по инфляции, показатели которого совпали с прогнозами аналитиков, пара фунт-доллар возобновила рост своего курса, зафиксировав максимальный уровень подъема на отметке 1.5403. Здесь, однако, пара столкнулась с активным сопротивлением продавцов и на фоне агрессивных продаж британского фунта была вынуждена откатиться в диапазон ранней азиатской торговли вблизи ценового уровня 1.5320. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение восходящей коррекции и подъем пары к целевым уровням 1.5349, 1.5382, 1.5438 и, возможно, 1.5484. Возобновление снижения пары может стать актуальным только в случае пробоя вниз уровня последнего минимума 1.5320 и закрепления пары под ним. Целью снижения в этом случае будет потенциальный уровень поддержки 1.5272, от которого вновь будем ожидать возобновления восходящей коррекции. В экономическом календаре среды Великобритания публикует показатели по труду, включая изменение числа заявлений на трудоустройство и на получение пособий по безработице, а также уровень безработицы, предыдущий показатель 8,3%. Еврозона представит динамику объемов строительства за ноябрь, а в статистике США будут опубликованы данные по объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и индекс цен производителей за декабрь. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.